Андрей Финягин – российский актер, который прославился благодаря детективу «Любовница» и романтической комедии «Ненормальная». Артист доказал зрителям и режиссерам, что ему подвластны любые образы. Актерская палитра Финягина включает в себя комедийные и трагедийные роли. Андрей способен перевоплотиться в профессионального медика или тихого маньяка-убийцу, коварного преступника или британского джентльмена. Однажды в одной из социальных сетей Андрей Финягин познакомился с девушкой Юлией, юристом по профессии, преподавателем университета. Молодых людей свели общие интересы, в основном любовь к путешествиям. Собственно, опыт поездок молодые люди и обсуждали первое время. Потом, в ходе разговора оказалось, что Юлия заранее приобрела билет на ближайший спектакль Андрея, хотя на момент покупки они еще не были знакомы. Такое совпадение показалось им знаковым. Андрей с Юлией начали встречаться затем почти 2 года, жили в гражданском браке, а после этого сыграли свадьбу и с тех пор не расстаются. Личную жизнь Андрей Финягин считает устроенной, но детьми молодожены пока не обзавелись. Супруги часто совершают совместные поездки, не обязательно заграничные или экзотические, просто вдвоем с женой сесть в автомобиль и поехать, куда глаза глядят, чтобы встречать новых людей, узнавать новые места. Вот наилучший отдых для артиста Андрея Финягина. Впечатления от поездок в виде красочных фото актер размещает на персональной страничке в Инстаграме, где также находится место снимкам со съемочных площадок фильмов, над которыми работает Андрей.